Всем привет, друзья! Мы сегодня находимся в замечательном, очень красивом, уютном ресторане «Шале Березка». И в гостях вот мои авторские передачи «Ягия готовит» очаровательные девушки «Восток Бэнд». Аплодисменты! Да. Девчонки, очень рад вас видеть, молодцы, что пришли. Петь сразу будем или сначала что-нибудь приготовим? О, давайте делаем время потихий час. Ничего себе, серьезный человек, понимаете? Вот, кстати, давайте я вас познакомлю, да, Наташа, Лариса. Вот. А, друзья, очаровательные девчонки, мы тут успели за кадром немножко пообщаться, рассказать про историю замечательной группы «Восток». И сегодня, конечно, мы будем о ней говорить, говорить о том, что нам дорого, что нас тревожит, что нас радует. Ну, вообще, как бы всегда у человека есть несколько составляющих, да, ну, как бы так, да, прошлое, настоящее и счастливое будущее, дай бог, да? Вот, девчонки, я вам от чистого сердца этого желаю, потому что в недалеком будущем, как минимум, мы решили с вами, я так понимаю, приготовить блюдо из картофеля, да? Из картофеля. А все почему? Потому что здесь еще никто не готовил замечательное блюдо, такое как драники. И мы решили поэкспериментировать. Но эксперимент у нас будет не сильный эксперимент, я так понимаю, да? Да, уж да? Потому что Лариса какое-то время жила в Беларуси, и мы решили, что кухня должна быть разнообразной, она должна быть русской, еврейской, да, это белорусской. Это блюдо из детства, и поэтому мы вот решили попробовать его сегодня приготовить. Да? Да. Прям с детства любишь? Да, с детства. Отлично. Бабушка, кстати, вот. Приучила к этому блюду. Да? Ну, кстати, почему бы нет? Я знаю, что вообще это... Но у меня есть друзья с Беларуси, они мне рассказывали о том, что есть около 90... картошки? Нет, не видов картошки. Ну, понятно, что несколько видов картошки. Нет. Что есть около 90 блюд. Который можно приготовить из картошки. Наверное, это да. Еще Тося Кислицына говорила, да, 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 у девчаток. Да? Конечно. Да? То есть вы думаете, что я с ней знаком, да? Ну ладно, девчата, Тося Кислицына, это не та, которая говорит, мы сейчас с вами все переделаем, и на завтра у нас ничего не останется. Да, да, да. Да, помните, когда они там целовались? То есть мы с вами целоваться не будем, потому что все мы люди в хорошем смысле не свободные. Как много блюд можно приготовить, да, с картошкой. Окей, давайте начнем. Что для этого нужно? Почистить картошку? Да, нам сначала нужно почистить картошку. Не, наверное, надо сначала сказать, что нам вообще для этого надо. Окей, что давайте так расскажем. Давайте. Для этого нам нужен нож. Да, пригодится. Да, да. Так, вот так. Руки. Ну, руки. Золотые руки, да, я бы сказал. Да. Картошка, да, у нас есть. Так, яйцо. Так. Мука. Да. Ну, еще есть, ну, сметана, это уже, чем мы будем есть, драники, mm-hmm. как по-белорусски называется драники. Да, драники. У нас называются тируны, я слышала. Где? Ну, у нас. А в России, это, да? Россия, ну, слушай, это, чтобы вы понимали, друзья, это от слова тереть. Да, тируны, да, то есть да, потер, да. И вот тебе и тируны. Окей. А драники, это какое, как переводится? Это по-белорусски, наверное, драники. Нет, ну, я знаю, но... Драть. А как? Драть. Наверное. Сочно драть. Друзья, сейчас это, ну, это как сказал бы классик, это я вслух сказал вообще. Вот это. Да, окей. В общем, ну вот. Драть мы будем сегодня... Картошку. В хорошем смысле только картошку, да. Потому что я подчеркивал, что мы не свободные люди. Хотя, когда рядом с тобой... Ну, не да? Свободные. Так, Лариса, ну ты расскажи, то есть ты свободна? В данный момент я свободна. Так, ну, даже не знаю, что сейчас тебе предложить вообще, понимаешь? Раз ты свободный человек... Пусть она занимается дерунами. Да, да, то есть давай, дери картошку, давай. Значит, ты первая будешь драть ее. Окей, давайте, каждому по картошке? Давайте. Давайте. Вам большой нож будет. Да, давайте, я большой нож возьму. Так. Вот. Ну, девчонки, расскажите вообще сейчас, как вы, у вас там песни, гастроли, жизнь... Все понемногу. Ну, личное мы уже поговорили. Вот. Но, Наташа, сильно о своей личной жизни ничего не рассказываешь, потому что у тебя, видимо, все хорошо. Ну да. Да. Это, ну, скучно, как бы... да? Нет, это, кстати, не скучно. Ты знаешь, когда в жизни у человека, ну, в хорошем смысле все ровно, ну, как бы, наверное, это, как сказать, со стороны кажется скучным. Но в итоге, в принципе, вот как показывает в хорошем смысле практика, так, мы что делаем?
Так, подожди, это все. А, так, мусор. Окей, да. Это что вот сюда мы, да, окей, там чистая, да? Ну давайте, все, почистили? Да. Я тут заболтался пока. Ну давайте мне маленький ножик, да, давайте, а то. Вот. Я сейчас уже практически потерял мысль, но ничего, я сейчас вспомню, о чем я говорил. Дело в том, что когда мы думаем о вот личной жизни, о ровности личной жизни, иногда мы говорим, да, наверное, это скучно, да, ну, как бы, там, один мужчина, одна семья, там, одни и те же песни, но с годами мы начинаем понимать, что и песни, в принципе, были хорошие, ну, да, да, и муж великолепный, и в общем... Стабильность в определенном, да, возрасте. Да. Она уже начинает радовать. Лада, сколько тебе лет-то? 18 плюс? Я всегда говорю, что мне 18 плюс. Хотя в прошлом году у меня... Нет, 21 плюс. Мы сейчас поговорили о чем? О прошлом, да? Ну, как бы. Но кроме личной жизни, в прошлом было много музыки. Вот да, это, да, очень да, много музыки. Давайте я запою, а вы там что? А что у вас там эти, вот как бы, у вас же там парни были, они там... Что-то, как они говорили там? I love you, baby. I love you, baby. А я должен миражи. Миражи. Это наша жизнь. Это наша жизнь. I got you, baby. Офигеть. И I love you, baby. I got you, baby. И вы так дружите с английским языком? Ну, как относительно. В принципе, что такое в переводе с английского I love you, baby? Это значит, я люблю тебя, крошка, детка, да, детка. I got you, baby. Сейчас... передача 18+, или? Ну да, конечно. Не, нормально, про деруны мы уже поговорили здесь, поэтому да. То есть... Ты есть у меня детка, вот так я скажу. I got you, baby. По-моему, я как бы... Ну, вот, я к этому и вел. Я к этому и вел. То есть, как бы, я имею тебя, детка, как мы сейчас будем иметь деруны. Давайте. Да. Что делаем? Значит, что мы? Это так, мы, это мы в принципе, выбрасываем, да, правильно? Да. Вышла из кадра. Ничего. Возвращайся. И снова вошла. Слушайте, девчонки, я первый раз, я как-то боком первый раз стою, у нас в кадре никогда не было еще 3 человека одновременно, и вы так шикарно выглядите в этой фартуках, я готовит вообще. Мне очень нравится. Да? Шикарные. Спасибо, девчонки. Да. Ну окей, давайте, что мы, сейчас мы будем, так скажем... Драть. Нет, картошку. Стойте, нам еще надо, наверное, сразу яйцо взбить. Так. Давайте еще взобьем. Так. Яйцо надо. Давайте, то есть мы сюда его... И чем? Ложечкой, вилочкой? Если нету как венчика, венчика, то можно... Нет, у нас все есть, но ну, давайте попробуем взбить его... Вот это соль у нас? Да? Да, можно сразу посолить чуть-чуть. Давайте, только чуть-чуть, ладно? Да, да. Потому что, ну, чтобы не испортить красоту. Вот, смотрите, как у меня красиво получается. Вы видели? Да. Вот, вот. Как любой мужчина, вот, я дружу. Хотел сказать, с яйцами. Куда все ходишь? Все время выпадает из кадра. Да, вот. И с улитками дружил. Как, а что это за песня была такая? Про этого, про кузнечик. А, да, 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 в траве сидел кузнечик. Не трогал и козявку, и с мухами. А, и с мухами, да, точно, с мухами. Достаточно? Ну да, вот просто, ну отлично все, я обычно так. Хорошо, да, все отлично, яйцо, да? Яйцо у нас готово. Готово яйцо. Отлично. Сюда давайте. Так. Теперь мы приступаем к... Давай расскажем, для чего яйцо, как сказать, вообще нужно? Для того, чтобы немножечко, ну, наверное, чтобы как бы склеить картошку, да, массу, да? И придать такой еще пикантный вкус, да, картошки. Наверное, да. Потому что, ну, просто картошку есть, как бы, это, ну, не очень, как бы, мне кажется. Хотя, сейчас, пожалуйста, если меня... Если нас сейчас смотрят люди из Беларуси, они скажут, картошка... Это уже вкусно, понимаете? Ты что говоришь вообще? Это классика была. Да. Я сейчас картошечкой отравился. Да? По-моему, крапива. А я помню... Или, нет, про хлебушек. А я помню, если вспоминать классиков, как он говорит, а сейчас бы, говорит, как его, Шарапов. Да. Вот это... Щец да с потрошками. Да, супчику да с потрошками. Ну окей, сегодня мы без потрошков. Сегодня мы просто разговариваем о музыке,
взбитом яйце и о дерунах. Поехали. Так, ну мы начинаем. Так, а не мелкое вот это вот? Ну, чем меньше, это, мне кажется, лучше. Чем вкуснее? Ну, оно, мне да, кажется, что... Мне кажется, что... Вот, вот на этой вот лучше. Мне кажется, что... Да? Мне кажется, что ты сейчас более сок сделаешь. Более будет, наверное. Не-не-не, вот это будет сок. Именно должно быть так. Нет, это да, сок. Это ваш. Будет самый вкусный. Я вообще никогда в жизни этого не делала, только ела. Поэтому слушай, ну... Сейчас попробуй. Ну, мы доверимся. Да, да. Доверимся. Понимаешь, мы вообще как бы можем с тобой стоять здесь, ну, как, в принципе, бы, да. Как бы мы люди нет, в хорошем нет, смысле нет, семейные, нет. Как бы нам не выходить никуда, ну, понимаешь? Да. Поэтому вот если она сейчас как бы в хорошем смысле облажается, да. То мы все увидим, что с ней делать дальше вообще. Надо нет, ее как-то вот там. Надо, пусть смотрят. Пусть люди, смотрят, как что умеет. Что умеет хозяйка. Должна быть вот мелко. А сока много получается. Ничего. А ты куда-то его потом деваем? Мне кажется, да. Чуть-чуть. Картошка быстро темнеет. Угу. И вот еще есть такой секрет, когда она темнеет, я иногда добавляю чуть кефир. Да. Становится опять светло, но чуть-чуть. Да. Совсем. Посмотри, как бы она совсем мелкая. Совсем а мелкая. Я, чтобы не темнело, кладу в холодную воду. Вот. Я кефир добавляю. Но чуть-чуть. Да. Чуть-чуть. Ну окей, и девчонки, я понимаю, что о прошлом мы не сильно поговорили. Что еще радовало в прошлом? Ну кроме вот «Миражи», там «Это наша жизнь». А еще же были какие-то песни, да, там, были пляски. Песни, да, встречи. Нет, вообще вот все, что было вот да. В тот период востоковский, да. Это в общем... Не, давай безотходное, у нас безотходное производство. Хорошо. Ага, ну. Это такое положительное, наверное, время в нашей жизни, да? Так. Полное каких-то событий интересных. Ну, конечно, вообще, вы знаете, я честно скажу, что вообще вот, когда группа ваша стала популярной, ну так? В 95-м году, по-моему. 96-й год. Вообще тогда было очень, в хорошем смысле, музыкальное время. Что, еще давай? Сейчас еще две будете, вот теперь все. Да, давай, ты как бы, видишь, ты, вот ты, эту, да? Подожди, вот смотри, вот я тебе скажу. Вот я вот натер, она тоже мелкая. Нет, это будет уже не то. Женщина. Слушай, ну, не знаю, несговорчивая какая-то, да, попалась? Да. Такая прям козерог. Вот, козерог, да, с характером, короче, видите, я да. Понял. Я понял, то есть, если что, может и побить кого-то. Да, может, да. Так, ну и рассказывайте, где вы что писали тогда? Я так понимаю, что великий продюсер всех времен и народов Толмацкий, да, занимался вами там, да. Как вот, ну, в начале, так скажем, творческого пути. Да, все записывали там же, ну, практически все. Угу. В Останкино, угу. В студии. Ну, кстати, вот, да, время такое было, что было не так... Вот сейчас уже много студий, сейчас да. Практически пишут уже и в домашних условиях, и демо какие-то. Ну, там, как бы у каждого более-менее, так скажем, уважающего или там... Ну, ищущего себя в хорошем смысле музыканта, уже есть какие-то студии. Даже у меня есть студия. Ну, вот я вот дома сижу, что-то сочиняю, как бы у меня, ну, как бы такие, ну, простенькая, но студийная обстановочка есть. То есть я пользуюсь там компьютером, что-то следующий. Могу. Да? Я теперь? Да. Ну, давайте я все-таки это, все-таки вот использую этот, или ты думаешь все-таки то, что нет, надо? Козерог, да? Да. Вот сюда три. Да. Давай, не говори много, три давай. Окей, ладно. Слушайте, у вас так хорошо получалось, а у меня что-то скользит все. Вот. Но, окей, какие еще были песни? Вот просто давай вот, ну как бы, этот, вспомним. Ой, ну, песни сколько? Же были хорошие, нет? Песни, да, конечно. Безусловно, очень хорошие. Ну как, этот, как была вот эта? До встречи. До встречи. Танец да. Желтых листьев. Ну а как там? До встречи. До встречи. Да. Мы не можем этого петь. Почему ты? Ну, а, только за деньги, да? Нет. Я понял. Нам друзья, запретили. Ну, в общем, у нас коллектив такой, не, вот не пришел правда. К нам в гости, говорит, извините, за бесплатно не поем. Ну, окей. Но, по крайней мере, мы сможем поставить какие-то видео и покажем, как это было. Ну, конечно, очень хочется спросить, сколько вам было лет, но тогда мы сейчас сразу все посчитаем, и поэтому да. Делать этого не будем. Но мы тогда все были молодые. Да.
Я тоже был такой, знаете, вот тогда, в 96-м, высокий, красивый блондин. Вот. А сейчас уже, ну как сказать. Ну, конечно, будьте на диванах сидеть. Да, да, я это, как это, стал на 20 килограмм старше, короче говоря. Вот. И с тех пор. Ну ничего, это, все равно будем держаться. Как бы. Ну а вообще, хорошо, а какие песни поете? Ну вообще, вот любите, да? Ну понятно, что каждый артист любит свои песни, которые он когда-либо спел. Там, если мы спросим, там, я не знаю, Филиппа Киркорова, он сейчас скажет, там, немного жаль твоей любви, там, я не знаю, что там, да? А вы какие песни, вот кроме своих, вот, ну, кроме вот того, что вы пели, что-то еще поете вообще? Ну, конечно, дома там, поем. Эх, мороз, там, нет, не то? Нет, на данный момент... А, вы поете этот Ace of Base, да, наверное, нет? Окей, хорошо. То есть у вы... нас есть, да, новые песни и некоторые кавера. Например, у нас есть песни, которые нам разрешил исполнять Филипп Киркоров, да. Да вы что? Да. Видите, как я сразу, видите, как я прям попал. Да. И какая-то песня «Цвет настроения синий». Ну, нет. Ну, внутри не мартини, а в руках бикини. Вот представляете, если вы такую песню споете? Нет, не представляю. А по-моему, отлично. Мне, кстати, эта идея очень нравится. Я прям даже, сейчас как бы уже вижу мизансцену на сцене, как это все в руках бикини, там, мартини, там, по-моему, шикарно, нет? Когда красивая девушка там вертит бикини, вот это, нет, не вариант? Нет, не тот. Несколько... Слушайте, а почему вы не сделаете, вы знаете, Ace of Base, такая группа была, ну, как бы, ну, намеренно, вам нравилось это творчество, намеренно, да? Намеренно, да, пытались приблизиться, ага, вот к этому шведскому формату. Да, вообще шведы, я до сих пор когда-то услышал It's the Final Countdown, это из, и до сих пор, видите, постричься не могу, вот. Да, вот все верю, что когда-нибудь я спою что-нибудь такое вот роковое и прям весь мир прям это. Ну, что-то как-то пока только попсу пою, в общем. Ладно. У нас есть очень хорошая в программе песни «Не было печали». Мы ее исполняли все. «Не было печали, просто ходило лето». У нас был Я понял, есть какая-то у меня мысль, вот как это, меня как это... Тешут сомнения, как бы, да, по-моему, это песня Аллы Борисовны Пугачевой, нет? Нет, это песня... «Не было печали». Это же вообще, по-моему, я не помню, кто... Это точно, Бакары. Это кавер-версия Бакары, да, это Бакара, точно. Как оно было там, сейчас? «Не было печали, просто уходило лето». I love you, baby. «Не было разлуки месяц по календарю». I got you, baby. Мы с тобой не знали сами, что же было между нами. Просто я сказала, я тебя люблю. Я даже подпеваю. Вот. Нифига себе, классно поете, девчонки. Да. Вы просто, причем у вас сливаются голоса так хорошо. Да, ну, нам это всегда говорили. Чувствуется годы. Давай. Я ждала, что этим закончится. Да, давай. А почему не сделать, допустим, вот Ace of Base? Какая была у Ace of Base там популярная песня? Ну, как вариант. У них тоже было много. Нет, ну подождите. У них было... Вот. She's got a marble, all that she wants is another baby. Yeah. I got you, baby. Да, клево. Ту-ту-ту-ту-ту. She needs a lonely night. Кстати, вот это, да? Почему бы не придумать также русский текст вообще и сделать 5-3-4 песни Ace of Base? Это запрещено законом, для этого нужно разрешение. Нет, ну разрешение можно получить. На переделку. Нет, подождите, понятно, что желательно, чтобы все было официально, там не знаю чего, да, стучи вот так, вот, отлично. Отлично, это понятно. Но как бы вот я, например, делаю интернетные версии как бы популярных песен, которые мне нравятся, и туда придумываю русский текст, и как бы очень даже, кстати, заходит хорошо в интернет-пространство. И не факт, что я это пою там на концертах, но все равно людям очень нравится. И мне кажется, если бы вы сделали какие-то такие версии, может быть, было бы прикольно. Просто такой
исключительно интернет-проект. Не, ну смотри, да. Ну а почему интернет-проект? Ты можешь сделать один куплет, второй, другую песню такую, сделать какой-то некий ремикс такой, как бы коктейльчик из 3-4-5 песен, все танцуют. Если вот заиграет, как бы вот на вечеринке, да, ту-ту-ту-ту-ту, сразу пойдешь танцевать. Вы еще запеть не, это как бы не успеете, а я уже, короче, в танцы встаю. Это Восток Бенд сегодня у нас в гостях, короче говоря. Да, кстати, а не было такого, что вы вот спели песню про «Миражи», и все думали, что это группа «Мираж»? Не, путали. Путали? Было такое, да. Потому что когда-то, как, ну, историю свою немножко расскажу, когда-то очень много людей считало, что Александр Маршал солист группы «Белый орел». А все почему? Он когда-то спел «Парит, парит, степной орел». И почему-то все говорили... Это же орел, да? Да, это же вот, видимо, он, да, он это самое. И как бы... Да, было такое. Даже один раз на Горбушке там, ну, в смысле, там, да, это, где вот делаются эти всякие пиратские копии, я нашел, значит, такую версию диска, значит, «Маршал» и моя фотография там, да, и как бы, типа, лучшая там с группой «Белый орел». То есть люди даже уже не парились, короче, ну, пусть еще «Степной орел» будет, и такой будет «Орел». В общем, всех орлов собрали и, короче, выпустили, видимо, такой диск, чтобы люди не задавали глупые вопросы. Поэтому вам тоже нужно вот так ту-ту-ту-ту-ту, и вы уже танцуете ту-ту-ту-ту-ту. Еще не запели, а уже все танцуют. Это, мне кажется, успех. Окей, давай, что мы делаем с нашими... Яйца. Опускаем сбитое яйцо. Да, я уже слово это не произношу, потому что все будут думать, что я только о яйцах и разговариваю сегодня целый день. Окей, что делаем? Говори. Ну, сюда. Вот сюда. А, просто, да? Опускаем наше сбитое яйцо. Да, сбитое яйцо. Одного достаточно, нет? Ну, на 3 картошки, я думаю, да. На 3 картофельные. Да. Если у вас больше картошки, значит 2 яйца. Ну, слушай, а смотри, вот сейчас увидят эту передачу, да, увидят, как ты готовишь, и как мужчины, как повалят, понимаешь, как начнут приглашать, говорить, ну, вот слушайте. Ну, приходит в ресторан, как Шали-березка. Шали-березка. Да. И здесь, а ты здесь поешь? А ты здесь угостишь? Нет, я, понятно, Шали-березка-то мы приглашаем всех, это конечно, но а вдруг мужчина скажет, какая красивая женщина. Вот Мурк, он мечтает, чтобы ты ему готовила драники, понимаешь? Для начала он должен будет пройти, как испытание? Это? Испытание, конечно. Так, огнем, три желания, да, каленым железом. Вот эти. Секрет. Какой? Пока я об этом не думаю. А что так ты? Надо, как говорил классик, об этом думать никогда не рано и никогда не поздно. Не, ну, какая, Брежнева? А мы и не знаем, слушай. А, Вера, да? Мужчин. А, мужчин? Не, кстати, зря ты. Я понимаю, что все мужики козлы. Ну, в хорошем смысле, ну, не все, я не такой. Вот, я исключение из правил вообще. Но вообще как бы... Скромный, положительный вообще. Готовлю, вот, видите, драники. Ну, в общем... Да? Все. Я заболтался, да? Ты такая, все, хватит болтать, я пошла. Что делаем-то? Все, можно отправляться да? к плите и жарить наши тарелки. Это ты вслух сказал это слово? Жарить. В общем, готовить. Да, окей. Слушай, мы с тобой какие-то неиспорченные, я тоже не сразу поняла. Да, а я вот, видимо, да, у меня программа, видите, это... Готовить. Ну, мы пойдем готовить, да ничего пойдем. Плохого. Жарить, хочешь жарить, нет, хочешь нет, не жарить, все равно получатся драники. Да. Окей, друзья, мы идем в горячий цех, будем петь песни. И что еще делать? И жарить драники. Готовить. И готовить драники. Окей, пошли. Берем нашу субстанцию. Да. Так, и... И вот оно чудо. Чуть-чуть надо вот так вот, чтобы они красивые были, да? Прожарились. Так. Слушай, я думал, их будет 3, а судя по тому, как ты это... Ну, сковородка-то большая. Да, судя как ты это все делаешь, чувствую, ты накормишь всю семью. Музыкальную. Вот. Ничего сложного. Ну, в общем, да. Ну, как бы, когда опытная рука, ничего сложного-то. Годы белорусских тренировок. Да. Вот. Бабушка не зря же старалась. Бабушка, ну, еще...
когда в печи их делали. Было еще вкуснее. Печи. Да? Да? Окей. А ничего, что-то они соединяются? Ничего страшного. Мы их потом отклеим. Отдерем, да? Отдерем. Угу, хорошо. Она сказала нет. Потом сказала это еще не да. А? Потом сказала да. Вот, то есть больше эта версия нравится, да? Ну, вот девчонки, они такие. Постоянство, оно да, такое, вот, да. Потом сказала да. Окей. А дальше что? Не, подожди. Быстрее. А дальше сложно. Липнет. Заболтались, да, мы? Да, давайте. Оп. Да, я стараюсь как бы. А то сейчас мы потеряем. Мы потеряем сейчас человека. Зато потом знаешь, сколько да. будет в Ютубе просмотров. Просмотров, да. Он это сгорел. На работе. Да. Жесть смотреть до конца. Вот это, да? 18+. 18+, я понял, окей. У нас есть две прекрасных, я считаю, песни. Так. Написал для нас человек, который, собственно, был основателем группы «Восток». Ну, не основателем. Ну, изначально работал в группе, да, там, как бы сказать, как бы. Ну, он делал продакшн. Участвовал в творческом процессе. Нет, да. Это полностью его практически. Ага. Все вот эти дудочки, там, в том все же. Аранжировки, все. Вот да. этот, в «Миражах», ну, супер, что вы. Когда поется вот эта свирелька известная. Это он придумал. Ничего себе. Ну, это видите, все, какие да. тонкости, какие тонкости. Мы это, с ним до сих пор общаемся. То есть для вас это очень важно. Дудочки, барабанчики. Да, конечно. И что там еще? Бас-гитарочки. Гитарочки. Вот какая у нас будет бас-гитара в новой песне. Да? Вообще? Я даже знаю этот ход. Ту-ту-ту-ту-ту. Тогда идем уже заканчивать наше блюдо, которое получилось у нас достаточно аппетитно. Друзья, мы переходим уже опять к тому, что мы начинаем украшать. Ну, да? Я с краешку. А, сметана, это, я так понимаю, традиционный да. соус. Традиционный да, соус мы сметанный. Немножко его... Если кто-то любит, да. Да. Что-то поострее. Разнообразие. Поострее, да, это я. Это я. Я люблю пожарче. Ну, чеснок я знаю. Пожарче я. Тоже. Я вообще такой вот. Трем как бы. Чесночок. Так. Именно трем не режем, чтобы он не хрустел. И зелень. Так, зелень. Укроп. Вот это? Ну, это кто как укропчик, да. Да, немного давай укропчик. Наверное, укроп. Немного, да, вот? Да, чуть-чуть укроп. Давай. Так. Как они делают? Вот они, да. У тебя хорошо получается. Слушай, мы тебя тоже замуж выдадим. Не надо, я пока ничего. Нормально все, да? Все отлично, да? Ну, слава богу. Ну, а у меня дома кстати, так никогда кстати, не получалось. У вас, кстати, очень хороший тандем, девчонки, знаете. Ты, если там кто-то подходит к тебе и говорит, слушайте, такая вы красивая девушка, ты сразу можешь говорить, я занята, а вот у она свободна. Подруга, да, у меня есть подруга, да. У меня есть подружка, пожалуйста, обратите на нее внимание. И подруге сделала, как бы, да, такой реверанс. И в то же время, как бы, и от себя угрозу отвела. Да. Вот у нас ложечка есть. Давайте мы сейчас перемешиваем, да? Перемешиваем. Аккуратно. Много так у нас много сметаны, в общем, не пожалели. Вот. Ну, ничего, много не мало. Да. Это точно. Так. Прям, а кстати, чеснок прям пахнет вообще, да? Так чувствуется, аромат. Да? Чувствуется вот этот белорусский аромат. Ну хорошо. Хорошо. Ну, а давайте раз вспомнили про Белоруссию. А в каком городе ты там бывала чаще всего? Летом я была в Бресте. Брест, так это уже не Беларусь, это практически уже там, это к Польше поближе. А я хотел сказать, да, ты похожа там на... Я чисто на белорусскую, наверное, похожа. Да? Я думаю, да. Ну, понял я, понял. Ну, окей, а какие песни в Белоруссии поют? Мы поем белорусскую. Да? А что вы не говорите-то? Как сейчас, же? Сейчас уже передача что? Закончится. Журавлик. Уже я съем эти все драники, а петь вы так и не начали. Как это мы спели? Давай, чего? Мы пели, мы журавлик поем. Давайте. Мы ее исполнили первый раз. А какой вот это? Ага. Да. Я сейчас пошутил, а они такие, да. Ну, окей, мы перемешали наш соус, да? Вот. И выяснили, что у вас еще... Это просто, да, кладем да, вот так да. на тарелочку. Угу. И, в общем, собственно, давайте все. Еще как-то вот украсим. Вот, ну, я не знаю, вот там возьмем вот как-то вот, вот, я не знаю, раз. Очень красиво. Да? Можно вот сюда еще поменять. Вот сюда еще. Два. Огурец какой-нибудь не нужен, нет? Да, все туда подойдет хорошо. И огурец вот. Малосольный. Малосольный? Угу.
Не, ну у меня нет малосольного огурца. У меня есть редиска. Мы готовились. Редиска. Ну все, что... Давайте. Редиска. Давайте. Пожелайте. Да. Так что у вас, какая песня у вас есть? У нас есть Филиппа Киркорова. Не Филиппа Киркор. У нас есть песни, которые мы исполнили на дне рождения Аллы Пугачевой, да. Так. И с тех пор мы ее всегда пели, и мне кажется, она у нас очень хорошо получается. Так. Так, сейчас. Сейчас. Пугачева об этом знает? Да, конечно. Отлично. Ну, что у вас она хорошо получается, я не знаю. Ну, давайте, что там? I love you, baby. Прилетел залетный ветер на зеленых парусах. Спел он соснам корабельным о приливах и штормах. You, baby. И журавлик несмышленый вновь качает головой. Я хочу увидеть землю голубую, голубую. Оба. Я хочу увидеть землю, ты возьми меня с собой. Ту-ту-ту-ту-ту. Ха-ха. Ту-ту-ту-ту. Ха-ха. Ту-ту-ту-ту. Здесь тоже и в самбайс, короче. Я понял, друзья, супер. Аплодисменты, девчонки, великолепно. Вы так поете. Я так чувствую, что если бы вы даже... готовить не умели. Нет, нет, готовить вы умеете. Если бы вас хоть как назови, в хорошем смысле этого слова, вы шикарно поете, и это самое главное, что у вас есть, это ваша профессия, голоса замечательные, и это... Очень здорово. И главное, у нас еще есть драники. Да? Да, кто будет пробовать первым? Ну, не знаю, как насчет пробовать, как бы. Нет, давайте попробуем. Что, никто не хочет? Не-не-не, почему? Давайте попробуем. Давайте, угощайтесь. Берите, давайте. А вилочки у нас нету, да? Ну, у нас попало. Зато есть перчатки, а это практически стерильно. Что надо сделать? Видимо, макнуть. Так. Ну, давайте. Пробуй. Не бойся. Чего так боишься-то? Да? Смотри, как она хвалит свои драники. Это она сейчас завлекает вот этих там кавалеров, которые там, это, незамужних. Отлично, девчонки. Я, в общем, как бы в хорошем смысле хочу вам пожелать процветания, кушать только хорошую пищу. Если лень готовить, то всегда можно прийти в замечательный ресторан «Шале Березка», в котором можно тоже вкусно поесть. Но если дома вы чувствуете себя комфортно и, допустим, пришли друзья, или вот так вот сочиняете, что-то поете, можно приготовить вот такие драники, незатейливое такое блюдо, которое доставит удовольствие всем людям, которые живут с вами, или друзьям. И, в общем, вы получите от этого эстетическое удовольствие. И когда вы что-то делаете своими руками, это всегда кайф. Да. Вот. А самое главное, это очень быстро, просто мы очень много болтали. Да. Друзья, с нами была замечательная, очень красивая, стильная группа. Восток Бэнд. И это нас радует, потому что сейчас вот бэнд это добавляют, как бы, что вы сейчас не просто вдвоем поете, да. А у вас еще есть... У нас есть музыканты замечательные. Да. Отлично, друзья. Если вам понадобится человек там с ножом, там охранник какой-то в группе, там, я не знаю, ну или там подпеть. Бэк-вокалисты. Да, возьмите меня, не пожалеете. Я ем мало, готовить умею, ем мало, пою неплохо, да, все делаю хорошо. Друзья, поэтому... Вот такая у нас сегодня получилась замечательная передача. Очень хочется, чтобы вы посмотрели эту передачу, порадовались за нас. И если у вас будет желание пригласить нас в какой-нибудь ваш замечательный город, в ваш ресторан, где мы приготовим вкусную еду, споем самые лучшие песни на свете, поговорим о чем-то хорошем, сделаем этот вечер незабываемым. Это нас будет радовать. Мы с удовольствием приедем в любой ваш город. Приглашайте. Мы всегда открыты для предложений. Всем любви и счастья. Пока-пока. Восток Бэнд.
мою грусть в сердце свое пусть погостит. Воздуха степного напьюсь, снова печаль меня посетит. Я гулял по сказочным снам, там, где любовь, там, где цветы. Руки протяну к небесам, в небе живут наши мечты. Белый орел высоко-высоко в небе парит, манит крылом. Белый орел, там среди облаков вся моя жизнь кажется сном. Я налью сухого вина, полный бокал выпью до дна. Вдох ко мне пришла тишина, я ее ждал, ночь холодна. Вместе улетим в небеса, там, где любовь, там, где цветы. Широко открою глаза, в небе живут наши мечты. Белый орел высоко, высоко в небе парит, манит крылом. Белый орел, там среди облаков вся моя жизнь кажется сном. Спасибо вам, что нашли время, что вы сегодня здесь. Спасибо вам, друзья.